Йоу! Всем привет, с вами Максим Мадзе, и сегодня мы начинаем проходить серию игр Red Ball. А если быть точнее, переводить на русский язык, красный шарик. Или мячик. Бол — это мяч вроде бы, по-английски. Так. Версия вот такая, первая часть есть, несколько частей есть, еще вторая, третья и четвертая. Самая большая — это четвертая. Так, давайте начнем. Play. Я тут просто потестил уже, как у меня все работает. На это флеш-игра работает на сайтах. Я помню, играл когда-то очень-очень давно, и там было не 12 уровней, а тут было еще 5 уровней внизу бонусных. Но они, бонусные уровни, не знаю. Я находил там полную версию с открытыми уровнями на одном сайте каком-то там. Сейчас этот сайт не работает, не функционирует давно этот сайт уже, и очень жаль. На где уровни изначально заблокированы, они заблокированы даже когда 12 уровней пройдешь. Я не знаю, как их открыть. А здесь их вообще нету. Ладно, ну давайте. Попробовал поискать полную версию. Нашел версию, где не 12, а 10 уровней. Ну ладно уже. Давайте эти тогда уровни смотреть. Ладно, давайте начинать с первого уровня. Так, звук включен. Здесь очень простая графика, зато неплохая музычка. Надо дойти до большого флага, короче. Это такой платформер у нас. Красный шарик с полоской, это, наверное, рот у него, но... Маленький флажок, это чекпоинт. Расскажу о новости о игре Super Mario Bros. Yellow Edition. Меня спрашивали там ВКонтакте, писали в личку. Так вот, так, давайте уберем курсор. Так, это шипы. Если мы туда прыгнем, то мы сдохнем. Так, чекпоинт. Что? Полностью работу над игрой. Да, вот этот упадет после прыжка, так что. Опа, на, сдох. Так, бежим. Опа, место. Прыжок есть. Прыг. Тихо. Появился значок на рабочем столе. Также изменил сплошное изображение, которое всплывает, когда вы открываете ролик. Ненавижу эти прыгунчики, честно говоря. Честным способом, чтобы выпуск не был таким сильно коротким. Так, вот эти вот коробки надо туда прокинуть. Давай.
О, получилось. Так, карандаш. Тачка. Едем. Тихо, тихо, не падай, блин. Давай, давай, давай. Оу, офигенный прыжок. Да, ну ты чё? Да, блин, вообще, да. Тихо, тихо, нельзя касаться этих точек. Забыл, я про него забыл. Так, вот это, блин, это реально тяжело. Да, блин, ну... Господи, как вот тяжело прыгнуть точно здесь. Прикольная музыка, мне нравится прям вообще. Я помню, наверное, в самый раз прям. Игра очень, кстати, напоминает игрушку Сноки старенькой. Там 1280, Nokia 100. Правда, на моем экземпляре Nokia 100 такой не было. У меня Nokia 100 был, да. На Nokia 1616, на Nokia 1700, помню, был. Какой-то Bloom Stales на некоторых ноках. Удалое приложение было. Блин, вот тут реально сложно. О, получилось со второго раза. Это очень прикольно. Первая часть, она самая простенькая. Вот это вот. Помню, вот на руки где-то вот 16-16, там всяких. Вот помню в школе, в третьем классе, по-моему, в третьем классе. Или во втором классе, помню. У меня был Nokia 100, вот как раз таки. И у одной моей подруги Nokia 100 тоже был розового цвета. У меня был синего цвета. Прыжок. Не лучше, если что. Переписывались, чтобы не давали. Так. Вот
у нее мячик там был, а у меня вместо, на моем экземпляре вместо мячика этот дурацкий, блин, пасьянс, косынка была. Сложная не для моей, не убогая игрушка, честно говоря, была. Мячик вот реально лучше, чем этот пасьянс. В общем, обзор на этот телефон, я думаю, канал обязательно прошли. О, боже ты мой, осталось два уровня. Вот этот уровень, кстати, реально сложный. Мячик там, такая игрушка была прикольная. Тоже типа такой платформер там. Ходишь, как разные. Там было... Блин, не получилось. И там седьмой уровень, я просто невозможно было без чит-кода пройти, который там было два чит-кода. Тихо-тихо, давай быстрее, не надо нам под циркулярную пилу прыгать. Давай-давай-давай, успеваю, есть! Остался последний уровень. Жалко, что последний, к сожалению. Помню, я играл, было еще 5 уровней после этого. Правда, они являлись бонусными. В следующей части Red Bull 2, блин, я хрен напрыгну. Там в оригинале 20 уровней, и еще сколько-то... И еще бонусные там, я забыл сколько, правда. Но были. Помню тоже на одном на одном сайте, который сейчас, напомню, не функционирует. Он все время вот тут. Вот тут надо затормозить, прыгнуть вот сюда и отлично. Так, тут надо осторожненько. Вот, я же говорил, здесь надо очень осторожно быть. Кстати, сегодня я ходил, сегодня, в кино на Angry Birds 2. Хороший фильм, кстати, мультфильм, кстати, мне понравился. Очень что-то там, блин, было написано, я посмотрел. Ну, собственно, да, там, вот, договорю. Хороший мультфильм, мне реально понравился. И война с островом Орлов там началась раньше, честно говоря, чем я думал. Вот то, что там еще... Я, правда, что-то думал, что там судьи с острова птиц не было. Я думал, что будет... Ну, в общем, фильм, мультфильм неплохой, очень рекомендую. Если первую часть не смотрели, то обязательно посмотрите. Ну что ж, вот мы и прошли первую часть. Жалко, вот нету тех еще 5 бонусных уровней. Ну, ладно. Завтра мы возьмемся за вторую часть, она гораздо интереснее. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И я не настаиваю. Также вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на второй запасной канал.
на котором пока, правда, ничего нету, под названием Blue Mother. Ну что ж, всем пока, с вами был Максим Мадзе.